Девочки, у нас очень хороший заказ. А что? А как? Короче, у Бони был день рождения 2 дня назад. Вот этот гелендваген для него подготовил Фредди. Нам нужно быстренько его привезти в подарок, чтоб он блестел. Помойте его, девочки, и мы получим очень хороший куш. Здорово, хорошо! Ну чё, Бонни, так как день рождения у тебя был 2 дня назад, а у меня не было времени, но я сегодня с Чикой вернулся, я приготовил тебе подарок. Офигеть! Шо? То, что я просил? То, что я хотел? Ну, это, конечно, секрет, но вообще-то да, так как ты и просил. Шо подаришь мне? Жутики, здоровики, джипик, Мерседес, Гелендваген? Ну конечно, ты же мой лучший друг. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был счастлив. Офигеть! Да, Бонни, круто! Вот это да, Фредди, ты крутой. Поэтому я договорился уже с Лолбитами в их мегамарте. Поэтому я договорился уже, ребята, с Лолбитами, они нас ждут. Они уже все подготовили, и просто поедем и заберем твой крутой джип. Офигеть, Фредди, братюся, спасибо большое, вот это да, так неожиданно. Да, а мне таких подарков никто никогда не дарил. Не переживай, Борик, я обязательно, когда стану богатым, обязательно тебе подарю даже лучше. Да, это нормально, когда для лучшего друга делаешь все самое лучшее. Офигеть! Ой, Фредди, осторожней! Ой, ребят, извините, так, это где-то тут у них, ихний маркет. Проехали! А, да, вот же он, чуть-чуть проехали. Так, давайте здесь припаркуемся. Так. Офигеть, я такой радый! Ты пока не радуйся, как только получишь, тогда и все. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вообще точно, Фредди! Ой, ля, а что здесь произошло? Вот это да! Что-то с убитыми! На них кто-то напал! Или кто-то напал, это точно! Вот это да! Смотри, Фредди, смотри! Что такое, Монти, что? Смотри, там машина! Ля! Еще один! Ля! Все убиты! Ля! Их кто-то кокнул! Капец! Кто это сделал? Вообще очень странно, ребята. Офигеть, блин! Вот это да! Великих лолбитиков заколбасили! Так, ребята, нам нужно срочно провести расследование этого дела, чтобы узнать, кто это сделал. Слушай, Фредди, давайте проведем расследование, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Давайте проведем. Ладно, тогда будем исходить из логики. Слышно? Давайте исходить! Давайте, Фредди,
А как это? Короче, смотрите, ребята. Смотрите, вот они лолбиты. Фак! Ага, и машина здесь. Точно, и машина здесь, да. А что это значит? Ну давайте, давайте, логически рассуждайте. Если машина здесь и лолбиты здесь, значит непонятно. Нет, Бонни. Если исходить из логики, ну давайте, ребята, давайте потихоньку, наваливайте. Если лолбиты здесь и машина здесь, то это не ограбление. Точно, молодец, Гламрот. Офигеть, а я где-то Петра сразу. А если это не ограбление, машина здесь, лолбиты здесь, то что это? То это... Просто убийство! Нет, Бонни, нет. Может быть, это захват? Захват территории? Молодец! Молодец, Гламрот! Правильно, я думаю, это захват этого мини-автомаркета. И злодеи, возможно, злодеи находятся здесь. Вы представляете, ребята? Офигеть, Фредди! Ты как настоящий Шерлок Холмс! Капец! Так, ребята, и теперь знаете что? А что, Фредди? А что, Фредди? Я знаю, здесь работало 6 лолбитов. Если мы их всех найдем, то мы распутаем этот клубок. Капец! Давайте распутывать! Ага, давайте! Давайте, Фредди! Надо их посчитать. Точно! Давайте посчитаем, да! Так, смотрите, здесь. Раз, два. И вон еще третий за мной. Так, три. Три есть. Надо найти еще троих. Точно? Давайте найдем остальных. Молодцы, ребят, за мной. Так, вот четвертая лолбит. Нам осталось найти двоих. Давайте найдем. И найдем сразу злодеев. Да, точно. Они где-то здесь. Они прячутся. Я тоже так думаю. Давай, Фредди, пойдем искать! Так, хорошо, ребят, давайте здесь все-все обыщем и найдем этих злодеев. Смотри, Фредди, там лежит кто-то! Где? Ребят! Офигеть, Фредди, я там кое-что заметил! Ля, смотрите! Еще один! Это пятый! Точно, это пятый! Так, ребята, мы пятерых нашли! Еще нужно найти шестого, чтобы выяснить, кто напал и где эти злодеи. Фредди, я когда бежал, я там заметил! Я заметил решетку! Какую решетку? Не знаю, но там мне показал, кто-то сидит! Молодец, Бонни! Ну ты глазастый! Спасибо, братюся! Надо туда, там, где Бонни увидел! Хорошо? Так, ребята, давайте за мной! Сейчас мы выясним, кто тут решил нам испортить праздник. Точно! Сейчас мы выясним. Ага, офигели! Бонни, где эта решетка? Прямо! Фредди, беги прямо! Ладно. Хорошо, сюда, Бонни. Ага, сюда. Так, интересно. Так. А дальше куда? За угол, Фредди, за угол! А, сюда, да. Ага, сюда. Так. Не оставайте, ребят, сейчас мы все найдем и все выясним. Куда дальше, Бонни? Там стрелочка и сразу решетка. Как интересно, Бонни, ты такой глазастый. Так, вот стрелка, вижу стрелку. Вот и решетка. Бонни, ну ты молодец. Спасибо, ребята. Так, сейчас мы все выясним. Ах, ой, как страшно. Лолбит, привет. Нас напали! Кто это сделал? Быстро говори, мы тебе поможем! Ребята, вот шестая лолбит! Офигеть! Молодец, Бонни! Отлично сработано, братик! Молодец, Бонни! Молодец! Ребята, пожалуйста, уходите! Кто на вас напал? Говори! Мы сейчас с ними разберемся, не бойся! Это бан-баны! Монстры-бан-баны! Их было 1000, вы не справитесь! 1000? Офигеть, 1000!
Уходите, мальчики! Нет, мы не уйдем. Мы разберемся. Гадкие банбаны оккупируют уже нашу игру. Они сказали, что не хотят захватить весь Лос-Сантос. Офигеть! Офигели, гадкие банбаны! Ну, они получат. Мы с ними разберемся. Мы с ними разберемся, да! Ладно, тогда будь здесь, мы их найдем. Слышно, мы их найдем! За мной, ребят! Давайте, а ну-ка, где эти банбаны? Сейчас мы с ними разберемся. Выходите! Выходите! Выходите, гадкие банбаны, мы вас не боимся! Выходите! Выходите, гадкие банбаны, нас не боимся! Да! Фредди! Ух, вот вы где! Фредди, они в комнате сидели! Вот тебе! Это наш теперь маркет! Нет, это наших друзей! Получи! Вот тебе! Получил, гадкий монстрила! Вот тебе! Получи! Получил! Получил, гадкий бомболела! Мы вас в порошок сотрем! Куда ты? Куда ты разогнался? Получи! Вот тебе! Вот тебе! Получил! Это наше место! Мы захватим весь Лос-Сантос! Сейчас мы вам захватим! Мы вам так захватим! Получил! Получил! Фредди! Они лезут оттуда! Мне кажется, там их тысячи! Откуда, Бонни? Вон! Из того кабинета! Да! Я видел, они оттуда лезут! Ну ладно, ребята, сейчас я достану свой золотой лом! Маленький золотой ломик и с ними разберусь. Так, ребята, будьте осторожней. Хорошо, Фредди, ладно, мы тогда подождем. Заходи. Сейчас я зайду. Осторожней, Фредди. Я не боюсь, но сейчас я зайду, вы получите. Так, я захожу. Фредди, это наше теперь, наше заведение. Офигеть. Нифига себе! Их тут сколько? Их тут тысячи этих качков! Сейчас мы тебя уничтожим! Накачаемся! Надо покачаться! Надо покачаться! Надо покачаться! Офигеть! Сейчас вы получите! А ну уходите! Это заведение Лолбитов! Уходите! Нет! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы вас всех сейчас слопаем! Это все наше! Лос-Сантос будет наш! Вы вообще что ли? Вы вообще качки офигели! Ну сейчас вы получите моим золотым ломиком! Вот тебе! Ой! Ой! А, гадкие качки! Фредди, прячься! Блин! Гадкие качки! Сейчас вы получите! Уничтожим тебя, Фредди! А ну подходи по одному! Вот тебе! Получи. Вот тебе. Сейчас мы тебя уничтожим. А ну-ка получи. Вот тебе. Получил? И ты получи. О, ты что? Получили? Гадкие качки. И ты получи. Сейчас я с тобой. Вот тебе. Получи. Ах ты, гадкий Фредун, получи! Подходи! Ну чё вы, а? Качки, чё ты, устал, да? Устал? Офигеть, Фредди, да они такие здоровые! Получил? Будете знать, как нападать на аниматроников! Фредди, ты их победил! Получил? У морда! Рогатая. Фигеть, смотри, Фредди! Они опять стали маленькими! Вы видели, ребята? Они просто громадные были! Офигеть, ты их победил! Ты их победил, Фредди! Это было круто! Они такие громадные были! Так, ребята, ну что, раз мы победили, теперь погнали! Заберем подарок Бонни и оживим Лолбитов! Офигеть, Фредди! Ты как настоящий Шерлок Холмс! Все распутал! Нет, ребята,
Без вас бы я вообще не справился, потому что мы настоящая команда. Точно, мы настоящая команда. Офигеть, мы настоящая команда, это правда. Так, ребята, ну что, Бонни, получай свой долгожданный подарок на день рождения. Поздравляем тебя, Бонни. Поздравляем. Поздравляем. Ребята, Фредди, я вас обожаю. Спасибо большое. Ну что, ребят, если вам понравилось наше приключение аниматроников, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите крутой комментарий. Ребята, обязательно поставьте лайк, напишите крутой комментарий и подпишитесь.